18 сентября церковь празднует День памяти святых пророка Захария и праведной Елисавета. Святой пророк Захария и святая праведная Елисавета были родителями святого пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Святой Захария был священником в Иерусалимском храме, а святая Елисавета была сестрой святой Анны, матери Пресвятой Богородицы. Святые Захар и Елисавета помогают верующим в следующих ситуациях. При лечении супружеского бесплодия. Дают благословение на брак и о его благополучии. В прощении грехов. Молитва святым супругам Захарии и Елисавете, родителям Иоанна Предтечи. О приблажении угодницы Божией. Все святи, предстоящие престолу. Пресвятые Троицы и наслаждающиеся. Неизреченного блаженства. Се ныне, в день общага вашего торжества. Милостивно презрите на нас. Меньших братьев ваших, приносящих вам сие хвалебное пение. И ходатайством вашим просящих милости и отпущения грехов у преблагаго Господа. Вемы бо, воистину вемы, яко вся, елико восхощите, и спросите у него можете. Тем же убо смиренно молимся вам, и святому пророку Захарии, и праведней Елисавете. Молите милостивого владыку, да подаст нам дух вашей ревности, к хранению святых его заповедей, яко, да текши по стопам вашим, возможен земное поприще в добродетельном житии, без порока прийти и в покаянии достигнуте, преславных селений райских, и там окупно с вами прославляйте, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.